хотел бы сказать про клуб вообще, что такое клуб. То есть на фотографиях это Давид Ян, основатель компании Abby. То есть я думаю, пользовались его продуктами Lingva, FineReader. И у меня есть возможность встречаться на самом деле с людьми и, грубо говоря, одно рукопожатие до Игоря Рыбакова, до Оскара Хартмана. Недавно мы встречались, соответственно, клубом Эквиум с Рубеном Варданяном. Отличная встреча с Александром Кудриным. Я думаю, те, кто инвестициями занимается, знают этого человека. 25 лет на фондовом рынке и в Сбербанке с Грефом поработал. Не работал в Тройке Диалог. И я думаю, он даст нам интересные инсайты на 2021 год. Стараюсь встречаться с такими людьми и публиковать их мысли, задавать им вопросы, да, делиться этой ценностью с нашими клубянами. И, безусловно, клуб — это, конечно, клуб единомышленников. У нас отличный экологичный чат. У нас есть обзор идей по российскому рынку, есть обзор идей по глобальному рынку. У нас 4 съезда в год. У нас есть консультации, 4 консультации с экспертами клуба. У нас есть 12 ежемесячных вебинаров, где транслируем. Дальше обсуждаем, что происходит на рынке, какие у нас сделки происходят. И если у нас есть небольшая условная нестабильность, турбулентность на рынке, да, то мы делаем эти вебинары еще чаще. Мы делали их там каждую неделю в марте, насколько я помню. И, безусловно, это у нас обучающий контент, то есть все видео, которые загружены в GitKurs, будут вам доступны, все курсы по стандартному формату. У нас есть видео, книга и фильмы, которые выкладываются еженедельно в чат. То есть мы еще повышаем и улучшаем свое инвесторское мышление. И, безусловно, кто находится на платиновом участии, они получат доступ ко всем прошлым съездам. Если захотят посмотреть, это, безусловно, тоже будет. И, конечно, общение с экспертами, с Максимом Петровым, с Вячеславом Баляновым, со мной. То есть весь всю опыт, который и ошибки делаем, мы стараемся транслировать и передавать участникам клуба.